Какие анализы может и должен сдать мужчина для максимально раннего выявления злокачественных опухолей органов мужской половой сферы? Для диагностики онкологии у мужчин существуют специфичные лабораторные тесты на биохимические маркеры. Врачу они помогают выявить группу риска и отследить динамику заболевания. Бывают случаи, когда онкомаркер настолько сильно завышен, что это является первым звоночком для начала онкопоиска у пациента. Самой распространенной онкологией мужской половой сферы является рак предстательной железы. Главным маркером этой опухоли считается простатический специфический антиген или ПСА. Молодым мужчинам для диагностики опухоли яичка можно исследовать бета-ХГЧ и альфа-фетопротеин, которые также используются для диагностики рака печени. В лаборатории «Новоскрин» вы можете сдать анализы и получить результаты через 3 часа. Многие анализы вы можете сдать на дому. Читайте подробности на нашем сайте.